Ребята, не забываем за селфи с этого детка на благотворительность. Вот сюда, это ваша любая денежка. Будто ли тебе видно 10, 100 долларов. Мы берем свои фотографии. Только так. Для деток из больницы. День Святого Николая уже прошел. Можно автограф, и это бокс. Хорошо. Спасибо. Можно черный кофе? А если была бы десятка, я бы... У меня есть белый. Да. Значит, спасибо. Фото, можно? Да, давай. Давай, я буду быстро делать. Есть, первый пошел. Есть, дальше. Ира, не уходите без меня, хорошо? Кого? Да, я нафоткала. Да. Ребят, последняя пара браслетов. За 50 ее отдам. Вот, кто-то деньги дал, нет? Кто дал? Кто дал? Все. Так черный возвращается в свою предыдущую стоимость. 50 минут. Давай, ты будешь еще раз мне заслуживать, я слышу, что я на какой-то процессе.
Мы мерча накупили, теперь хочется. Да, уже очень просто. И вот впереди что-то. Да, друга зовите сюда. Можно всех втроем отфоткать. Точно? Друзья, последний раз, не сворачивайся, ухожу. Билеты на концерт 13 декабря в клубе «Атлас» стоит 450 гривен. На сайте стоит 600 гривен. Концерт через пару дней будет очень крутое шоу. Вы молодцы. Будет презентация новогодней песни. Это будет очень круто. Думайте, думайте быстрее, не пожалейте. Гибрид. 50 гривен. И два браслета черных в подарок. Хорошо. Плюс автограф. Я свои слова держу. А сколько будет? Осталось 4 лета на концерт. Да. Вы берете билет за 450. Раньше это стоило 600 гривен. Вы получаете два билета черных в подарок. Это не мне. Списанные, там женщина. Хорошо, а размер какой? Мне? В смысле? Ну, про футболку спрашиваю. Это я спрашиваю. Там висеточка висит. Господи, я стою. Друзья, мы уже собираемся, но еще есть 3 билета. Еще есть... Ну, да, у нас есть дальше. Мы не заменим. Да, да, да. И осталась футболка. Ребята, футболка стоила 400 гривен, сейчас 350. Тогда 300. 300 гривен. Считаю до трех и дальше забираю. 300 гривен раз. Хорошо. 300 гривен два. Считаю до трех. 300 гривен. Молодец. Смотрите, какой есть бонус. Смотрите, уникальная возможность. Билет, плюс футболка, плюс браслет. 500 гривен. Это просто понты. 500 гривен. За футболку, за концерт, за билет на концерт на них в августе 13 декабря и браслет. 500 гривен. Читаю, друзья, ну все. 500 гривен один. 500 гривен два. До трех считаю. 500 гривен.
Что это в пяти? 500 гривен один, 500 гривен два. Ребята, не тупите. 500 гривен три. Они на меня уже спрятаны, что-то не выгодно. 500 гривен четыре. 500 гривен пять, все. А? Нет, уже нет. Спасибо. Я прочитаю? Да.
Глотить идем. После того раза, Диана, после того раза уже боишься подходить, да? Когда она упала, верни меня на кровь. После того раза не бойся ничего. Самое страшное, что может быть, это валяться перед твоим кумиром в траве. Спасибо. Но я не хотела, я же знаю, что он будет. Я не хотела. Так получилось все. Сейчас буду потихоньку. Ребята, не делайте прорыв. Ребята, выйдите. Булка. 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 Можно наклеить? Тут уже 4 осталось, если... Я боюсь двух вещей. Метро и Малвина. Метро? Почему? Час пик метро. Потому что там все бегут, и я больше меня задам. А за час пик, потому что надо бежать. Я никогда не езжу в час пик. Где мои деньги? Ужас. Да ради бога, вообще мы поедем. Я поэтому спросила у Шелли, как это Thank you.
Давай, ты первая, я сегодня с тобой.
Доброе. Да я У меня настроение хорошее. Я очень надеюсь, что на концерте будут. Что? Я прям, я стрессую. Я духи. А? Я про это и говорю. Мама хочет или ты не хочешь? Ребята, аккуратно не надеваем на столы. Спасибо. Самый лучший рецепт. Всем новогоднего настроения. Подожди. Это девушка, которая все послала. Спасибо.
Я
телефона. Где?